Привет, с вами InfoCar.ua, меня зовут Артем Киселев, и ближайшие несколько минут мы проведем в компании этого немецкого стиляги Volkswagen Multivan в топовой комплектации Highline и со 180-сильным 2-литровым битурбодизелем. Шутки ради, можно попробовать поговорить о дизайне Volkswagen Multivan, придумывая всевозможные эпитеты. Но если серьезно, то это лишено всякого смысла, потому как равносильно разговору о дизайне, скажем, алюминиевого кейса. Строгость, педантичность и хладнокровие – вот что символизирует собой не выходящие из моды формы этого минивэна. Взгляните на него лет через 10 и испытайте те же эмоции. Вернее, никаких эмоций, только строгость, педантичность и хладнокровие. Эффектным этот автомобиль делает красно-белый окрас кузова, проводящий некую историческую параллель с минивеном Volkswagen – транспортер времен хиппи. Но если тогда подобная ливрея была едва ли нестандартной, то сегодня она предлагается только мультивану, как самой роскошной версии модели, да и то лишь в качестве опции за $2500. Добавить мультивану уникальности можно не только за счет цветовых комбинаций, но и с помощью колесных дисков разного рисунка и диаметра, светодиодной оптики и хром-пакета. Хотя и без всех этих украшений он все равно останется кейсом на колесах, пусть и не таким ярким. Поскольку мультиван создан преимущественно для пассажиров, изучение его внутреннего мира я предлагаю начать с того, что находится непосредственно за пределами рабочей зоны водителя. Добро пожаловать в люксовые апартаменты. Даже при короткой 3-метровой колесной базе 7-местный мультиван отличается просторными интерьерами. Будь то цельный задний диван или индивидуальные кресла, пассажир любого роста не будет стеснен и найдет для себя такое положение, в котором ему будет комфортно в поездках любой протяженности. А комбинированная обивка из кожи Элькантары, персональные лампочки, дефлекторы обдува и тонированные стекла со шторками прекрасно дополнят общую картину комфорта и уюта. Индивидуальные кресла хороши тем, что помимо регулировки угла наклона спинки, они позволяют настраивать еще и высоту подлокотника. Плюс пассажир сам может выбрать направление посадки. Глаза в глаза с задними пассажирами, либо по ходу движения. Одно из важнейших качеств мультивана – легкость трансформации салона. Помимо того, что индивидуальные кресла можно вертеть вокруг своей оси, их можно двигать, складывать спинки или вовсе снять. С той же легкостью трансформируется и задний диван. Собственно говоря, от положения заднего дивана напрямую зависит объем багажного отсека. Если диван сдвинуть до упора назад, то багажника, можно сказать, и нет. Но если диван немного подвинуть, он тяжелый, кстати. Если диван подвинуть, место появляется. А если еще и спинку сложить, то в мультиван без труда влезет даже достаточно габаритный предмет. Например, двуспальный диван. К слову, мультиван и сам по себе вполне пригоден для сна и отдыха. Потянув за лямку в багажнике, вы в ту же секунду получите 2 полноценных спальных места. На ортопедический матрас это, конечно, не похоже, но всяко лучше, чем пребывать в объятиях Морфея в положении сидя. Завершая разговор о багажнике, хочу обратить ваше внимание на внушительные размеры задней двери. Ее размах таков, что требует больше метра расстояния от заднего бампера до ближайшего объекта. Об этом всегда нужно помнить, чтобы не повредить случайно ни дверь, ни ближайший объект. Нехватку места в багажнике немцы частично компенсировали большим количеством всевозможных емкостей в салоне. Под задним диваном, например, спрятаны 3 пластиковых лотка, а индивидуальные кресла оснащены выдвижными ящиками. Вместе с тем по салону разбросаны карманы и держатели для бутылок, а пепельницы и подстаканники аккуратно спрятаны под обшивку. Там же под обшивкой прячется и удобный во всех отношениях раскладной столик, за которым можно и пообедать, и поработать.
В этой связи не помешала бы розетка на 220 вольт для подключения ноутбука или другого электронного девайса. Но ее, увы, нет даже среди опций. Хотя подобное недоразумение вряд ли способно испортить общее впечатление от интерьера Volkswagen Multivan. Ну да хватит о пассажирах. Давайте теперь поговорим о водителе. Ему, в конце концов, комфорт нужен не меньше. И он его получит. Невзирая на совершенно нелегковую посадку, освоиться за рулем мультивана не составит никакого труда. Особенно тем, кто прежде имел дело с автомобилями марки Volkswagen. Руль, приборка, мультимедийная система и блок климат-контроля – все до предела знакомо, легко в освоении и удобно в пользовании. Серьезным отличием можно назвать разве что селектор КПП, расположенный фактически на торпедо и прекрасно лежащий под рукой. И все-таки высокая посадка – это ключевая особенность рабочего места водителя. Именно она во многом формирует ощущение от управления мультиваном и дарит прекрасную обзорность, которая, впрочем, была бы невозможна без внушительной площади остекления и больших зеркал заднего вида. Помимо того, что посадка высокая, она еще и вынуждена вертикальная. Захотите раскинуться в кресле, банально не дотянетесь до руля. Диапазон регулировки по вылету очень ограничен. Зато водительское кресло наделено неплохой боковой поддержкой, массой электрорегулировок, включая поясничный подпор, функцией памяти и парой подлокотников. С таким арсеналом некомфортно быть просто не может. Когда я показывал вам многочисленные ниши в пассажирском отсеке, я на самом деле просто готовил вас к основной магии. Ничего не буду сейчас говорить, просто следите за моими руками и все сами поймете. Что ж, функциональности и практичности мультивану не занимать. Но это лишь полдела. Успех минивэна невозможен без комфорта в движении. Об этом и поговорим далее. Коротко о матчасти. Мультиван Т6 построен на модернизированной платформе прошлого поколения. Спереди у минивэна стойкий Макферсон, сзади полузависимая подвеска у переднеприводных версий и независимая у полноприводных. У нас как раз полноприводная модификация с муфтой Haldex 5-го поколения. Под капотом 2-литровый 180-сильный битурбодизель, сопряженный с 7-ступенчатым роботом DSG. Доступны также 2-литровые турбодизели мощностью 102 и 140 лошадиных сил, которые можно агрегатировать с 6-ступенчатой механикой. У двигателя этого мультивана помимо 180 лошадиных сил мощности еще и 400 ньютона-метров крутящего момента, который обеспечивает 2-тонному минивэну неплохой подхват и неплохую, опять же, динамику на малых и средних скоростях. При этом рокот и вибрации двигателя прекрасно изолированы от проникновения в салон. Да и в целом аэродинамическая шумоизоляция мультивана заслуживает похвал. Но если вернуться к двигателю, то стоит сказать, что при таких характеристиках и нагрузках он обладает умеренным аппетитом, потребляя в среднем до 10 литров солярки. Честно говоря, я не заглядывал в ту часть характеристик, где указано время разгона полноприводного мультивана с места до 100 км в час, а потому узнать реальную цифру мне, надеюсь, и вам будет особенно интересно. Поехали! Откровенно говоря, от автомобиля с такими характеристиками я ожидал лучшего результата, чем 12,7 секунды. Но, как говорится, маємо, що маємо. Невзирая на внушительные габариты, маневрировать на мультиване достаточно просто даже в ограниченном пространстве. Упомянутая уже хорошая обзорность, дополненная камерой заднего вида, большой угол выворота колес и достаточно информативный руль – это именно то, что нужно водителю минивэна. Вполне естественно, что мультиван не может похвастать такой же точностью и отзывчивостью в управлении, как легковые модели Volkswagen, в том смысле, что реакции на поворот руля все-таки чуть-чуть размыты, да и от кренов высокого кузова тоже никуда не деться. Но в том, что касается курсовой устойчивости, мультиван показал себя с самой лучшей стороны, даже на высоких скоростях. Топовый мультиван, кроме прочего, оснащен и адаптивными амортизаторами, позволяющими выбирать между обычным, комфортным и спортивным режимами езды. То есть при желании амортизаторы можно не только распустить, но и поджать. Хотя делать это я бы рекомендовал только на идеально ровных дорогах, иначе и без того гулкая подвеска станет еще и дискомфортной.
Я правда не понимаю, как немцы допустили, чтобы подвеска, особенно задняя, издавала такой неприятный грохот, но это обстоятельство серьезно портит мультивану его репутацию. Даже при том, что плавность хода автомобиля хорошая и особой тряски пассажиры не испытывают, понять и принять эти звуки я для себя возможности не нашел. Ну и напоследок, дабы немного сгладить разочарование от шумных подвесок, скажу пару слов о приятном моменте. Дорожный просвет у мультивана в снаряженном состоянии таков, что вкупе с полным приводом дает минивену расширенные возможности на плохих дорогах. Согласитесь, это немаловажно. Мультивану, как и всему семейству вагеновских минивэнов, уже давно не нужно никому ничего доказывать. Многие миллионы проданных за 60 лет экземпляров модели говорят сами за себя, и спрос на них не угасает. Просто поразительно, но люди снова и снова готовы переплачивать именно за Volkswagen. Причем переплачивать немало, ведь там, где начинается базовый транспортер, иные, вроде Renault Trafic или Ford Tournoy Custom, стоят дешевле даже в топовых комплектациях. Что уж говорить о мультиване, цена на который стартует с 52 тысяч долларов и может доходить до сотни. Так вот, за цену базового мультивана можно купить неплохо укомплектованный V-класс от Mercedes-Benz. Но это, похоже, никого не интересует. Читайте Infocar.ua, подписывайтесь на наш YouTube-канал. Увидимся! Привет, с вами Infocar.ua, меня зовут Артем Киселев, и ближайшие несколько минут мы проведем в компании этого немецкого стиляги Volkswagen Multivan в топовой комплектации Highline и со 180-сильным 2-литровым битурбодизелем. Шутки ради, можно попробовать поговорить о дизайне Volkswagen Multivan, придумывая всевозможные эпитеты. Но если серьезно, то это лишено всякого смысла, потому как равносильно разговору о дизайне, скажем, алюминиевого кейса. Строгость, педантичность и хладнокровие – вот что символизирует собой не выходящие из моды формы этого минивэна. Взгляните на него лет через 10 и испытайте те же эмоции. Вернее, никаких эмоций, только строгость, педантичность и хладнокровие. Эффектным этот автомобиль делает красно-белый окрас кузова, проводящий некую историческую параллель с минивеном Volkswagen Transporter времен хиппи. Но если тогда подобная ливрея была едва ли нестандартной, то сегодня она предлагается только мультивану, как самой роскошной версии модели, да и то лишь в качестве опции за 2500 долларов. Добавить мультивану уникальности можно не только за счет цветовых комбинаций, но и с помощью колесных дисков разного рисунка и диаметра, светодиодной оптики и хром-пакета. Хотя и без всех этих украшений он все равно останется кейсом на колесах, пусть и не таким ярким. Поскольку мультиван создан преимущественно для пассажиров, изучение его внутреннего мира я предлагаю начать с того, что находится непосредственно за пределами рабочей зоны водителя. Добро пожаловать в люксовые апартаменты. Даже при короткой 3-метровой колесной базе 7-местный мультиван отличается просторными интерьерами. Будь то цельный задний диван или индивидуальные кресла, пассажир любого роста не будет стеснен и найдет для себя такое положение, в котором ему будет комфортно в поездках любой протяженности. А комбинированная обивка из кожи элькантары, персональные лампочки, дефлекторы обдува и тонированные стекла со шторками прекрасно дополнят общую картину комфорта и уюта. Индивидуальные кресла хороши тем, что помимо регулировки угла наклона спинки, они позволяют настраивать еще и высоту подлокотника. Плюс пассажир сам может выбрать направление посадки. Глаза в глаза с задними пассажирами, либо по ходу движения.
одно из важнейших качеств мультивана – легкость трансформации салона. Помимо того, что индивидуальные кресла можно вертеть вокруг своей оси, их можно двигать, складывать спинки или вовсе снять. С той же легкостью трансформируется и задний диван. Собственно говоря, от положения заднего дивана напрямую зависит объем багажного отсека. Если диван сдвинуть до упора назад, то багажника, можно сказать, и нет. Но если диван немного подвинуть, он тяжелый, кстати, если диван подвинуть, место появляется. А если еще и спинку сложить, то в мультиван без труда влезет даже достаточно габаритный предмет. Например, двуспальный диван. К слову, мультиван и сам по себе вполне пригоден для сна и отдыха. Потянув за лямку в багажнике, вы в ту же секунду получите два полноценных спальных места. На ортопедический матрас это, конечно, не похоже, но всяко лучше, чем пребывать в объятиях Морфея в положении сидя. Завершая разговор о багажнике, хочу обратить ваше внимание на внушительные размеры задней двери. Ее размах таков, что требует больше метра расстояния от заднего бампера до ближайшего объекта. Об этом всегда нужно помнить, чтобы не повредить случайно ни дверь, ни ближайший объект. Нехватку места в багажнике немцы частично компенсировали большим количеством всевозможных емкостей в салоне. Под задним диваном, например, спрятаны три пластиковых лотка, а индивидуальные кресла оснащены выдвижными ящиками. Вместе с тем по салону разбросаны карманы и держатели для бутылок, а пепельницы и подстаканники аккуратно спрятаны под обшивку. Там же под обшивкой прячется и удобный во всех отношениях раскладной столик, за которым можно и пообедать, и поработать. В этой связи не помешала бы розетка на 220 вольт для подключения ноутбука или другого электронного девайса. Но ее, увы, нет даже среди опций. Хотя подобное недоразумение вряд ли способно испортить общее впечатление от интерьера Volkswagen Multivan. Ну да хватит о пассажирах. Давайте теперь поговорим о водителе. Ему, в конце концов, комфорт нужен не меньше. И он его получит. Невзирая на совершенно нелегковую посадку, освоиться за рулем мультивана не составит никакого труда. Особенно тем,